Дымка родилась в Пермском зоопарке 9 января 1973 года. На днях здесь отметили ее 40-летний юбилей. Бурая медведица не только старейшее животное среди сородичей, обитающих в неволе, но и долгожитель. Ведь если сопоставить ее возраст с человеческим, Дымке уже 90. Совсем маленькой Дымка попала на детскую площадку зоопарка. Это был специальный павильон, в котором содержали детенышей зверей разных видов. Молодые животные, они более резвые, более активны, за ними интереснее смотреть. Близкий контакт, это тоже посетителям интересно. Вот они были в том возрасте, эти животные, которые еще не опасны были для обслуживающего персонала. После детской площадки юных хозяев тайги охотно покупали цирковые дрессировщики. Но Дымке довелось остаться в Пермском зоопарке. За свою жизнь она родила более 3 десятков медвежат. Ни одна другая медведица не заботилась о детенышах так, как Дымка, вспоминают зоологи. Вот сотрудник подходит, шаги слышит, медведица уже встает от медвежат. Плачут они, не плачут. Она идет, вот, чтобы подкормиться. Дымка же разрывалась. То есть ей вот и хочется, она только встанет идти за кормом. Кто-нибудь пискнет, она опять назад. И так что даже специально для нее пришлось сделать такую лопату, что корм ей вот на этой лопатке вот подносили к носу к медвежатам. Дымка не единственный долгожитель Пермского зоопарка. Белая медведица, рыси, ламы, отдельные представители гималайских таров и винторогих коз тоже находятся в весьма почтенном возрасте. Александра Михеева, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.